Здравствуйте, мои дорогие гласные, согласные и не очень согласные. Сегодня мы собрались с вами по известному поводу, для встречи Нового года. О, я смотрю, в аудитории собрались гиперфонемы, аж самой кафедры русского языка и литературы. А также здесь присутствуют неологизмы со второго, четвертого, пятого курсов. Какой симпатичный африкан. Ой, извините, вы уже лобилизованы. Даже не желаю видеть на нашем празднике пассивные органы речи. Веселее! Не дайте разным вульгаризмам и варваризмам испортить ваш праздник. Самые смычные и взрывные получат замечательные подарки. Лобилизованные не упустят шанса поучаствовать в конкурсах. Ну а губно-губных и губно-зубных я попрошу расслабиться и получать удовольствие. Для начала я проведу с вами конкурс, для которого мне потребуется несколько человек, разделенные по парам. Необходимо будет встать в позу дополнительной дистрибуции, взяться за руки так, чтобы получилась сложно сочиненная связь, и танцевать. А те, у кого получится это лучше всех, обязательно получат суперприз для снятия напряжения. Словарь русского мата, друзья мои. Далее предлагаю вам дать волю фантазии и нарядить священные места нашего конкурса что-нибудь интересненькое. А именно, деканат на Новый год предстанет в образе тридевятого царства, в котором будут царить свои нравы и законы. Читальный зал будет сундуком с бессмертными сокровищами, а вход туда будет разрешен только посвященным. Кафедра литературы нарядится в Петербург XIX века, по которому будут расхаживать светские львицы и львы. Кафедра русского языка обрядится в дремучий лес с неведомыми зверушками, царем среди которых будет морфология. Ну и, конечно, никак не обойтись без буфета, который будет особым обособленным приложением в нашем корпусе, для того, как нарядились на филфаке. Здесь у нас будет гадальня. Все вы знаете, что любой праздник начинается с поздравления. Дорогие гости, пусть в вашей жизни, если и будет редукция, то только качественная. Если подъем, то только верхний. Стремитесь к лучшему, мечтайте, творите. И в самом деле, сделайте дома метатезу, отопеньте шкафы, пустите свежий воздух и солнечный свет в свою жизнь. Пусть как следует доработают ваши перспективные функции. И никаких рекурсий. Не следует отступать от намеченных планов. Не следует останавливаться на пути к мечте. Друзья, займите в жизни прочную, сигнификативную позицию. В нашей жизни необходимо различать то, что нам пригодится, и то, без чего мы легко сможем обойтись. Нужно уметь расставлять приоритеты. Дорогие дихтонги, будьте всегда рядом друг с другом и в радости. И в горе. К чему вам эта диерезная ассимиляция? Будьте счастливы. Будьте здоровы, уверены в себе, успешным по жизни кормим. Да вообще, новогоднюю ночь, под бой курантов, соберитесь со своими родными и близкими аффиксами в деривационную цепочку. Встаньте вокруг ярко и празднично акцентированной елки. Спойте песню. Включите детский вокализм и задайте жару. Ну и напоследок я вам пожелаю счастья, удачи, любви, благополучия, в общем, полного сингармонизма.